Вот так. Ой, а ты что делаешь? Огород. Два, три, четыре, пять. Осталось полтора. Ну, обычно там куриные ножки за еду отвечают, а у меня сейчас яблочки. Такие, знаешь, зеленые. Геномодифицированные. Прикольно. В общем, у меня закончилось дерево, и я пошел снова рубить. Да, мне покушать. У меня половина еды всего лишь. И еще меньше хп. Не поверь, у меня меньше. Ну, это откуда? Меньше. У меня две штуки. Сердечко? А, хп? Да. Нет, хп у меня фул. Надолго. Ну, ты пока я пшеницу по берегу посадил бы. Поздно. Ну, ты уже заливаешь. Ведро есть? Да. Блин, прикольное озеро. Ты видела, да? Вот это вот. Прудик, вернее. Да. Классненький такой. Мне кажется, или темнеет? Уже другое. Меня пошло штырить. А-а-а. О, сейчас узнаем, помнем или нет. Нет, это как-то не очень прикольно. Ну, у меня есть яблочко, могу тебе дать яблочко. Давай. Бегу, бегу, к дому бегу. Тут, правда, лава где-то, главное в нее не упасть. Дай быстрей. Я позади тебя. Где? Вот, кинул. Ой, я тень испугался. Хомяч, бегом. Есть. Как думаешь, уже ночь? Не знати. Ну, у меня прям тень вот сейчас. Вот сейчас наш дом будет в тени уже. И последний. И все. Дом в тени. Бегом, 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 бегом. Все, упал. Ой, а, блин, это мышь. Я уже думал, это огромная оса какая-то появилась. В Майнкрафте новые мобы. Какой? Ну, это всего лишь старый, добрый Бэтмен. Чего-то я не то делаю. Да. Ах, нет, все ломаю, все не так. Посадила. Кого засадила? Куда засадила? Ворот. Все. Сейчас пшеница уже зреет. Только надо будет еще огород покрыть. Это да. Ну вот, а, у нас же нету здесь кактусов. А у меня тут железка, кстати. А где ты есть? А вот выйди из дома и увидишь. Где, где, где? Вот прыгаю. Сбоку от дома. Право? Слева получается. Ну вот ты на меня смотрела. Нет. В другую сторону. Да? Это право. Ну, смотрите, если на дом, то лево. А где тут лава-то? Вот здесь за мной. Вот куда я смотрю вниз. Там же лево. Бегу, бегу.
Да что ж такое? Нет, все-таки надо мне больше, чем полстак. Ну, хотя, ну да. Наверное, еще стак. У тебя, ты нарубила немножечко дома, дуба? Да. Окей. У меня полстака там как раз. Ну, к сожалению, не хватит все-таки, я думаю. Я думал, стака в принципе хватит, но ни хренашеньки. У меня тут такой красивый цвет у дуба. Прям как раз парк, этот ламинат, который мы хотим. Можно спать. Спать, да. Ой. Ты немножечко подобрала дерево. Это. Ну, если надо, там на палке. Ну, в принципе. Вроде есть. На, значит, возьми дерево, еще у меня вот полудоски. Собрал? Да. Отлично. Железная кирка выглядит хуже, чем деревянная. Некачественная кирка. Ау. Овцы бегают. Бежим. Блин, все закончился снова дуб. Не хватает. Блин, еще много надо. Не так-то. Пойду вырубать рощу за домом. Ну, чипсы лежат, кстати. И коричневая овечка. Меня с ней интересует. Да, я уже ее стригла.